100 пельменей почти за 9 минут. Такой рекорд установила любительская команда. От соперников оторвалась более чем на минуту. Вера Негодяева, ее дочь и внучка. Они втроем с одной лишь скалкой показали лучшее время на скоростную лепку пельменей. При этом техника была полностью соблюдена. А опыт у нас такой, ну как бы, с детства мы лепим пельмени. У нас традиция такая, пельмени, манты лепить. Вот поэтому, может быть, мы быстрее всех вышли в этом конкурсе. А в следующем конкурсе от участников понадобилась ювелирная точность. Правда, никаких тесов и монокуляра, как у золотых дел мастера. Все та же скалка и разделочная доска. Умельцы слепили полуфабрикаты весом 0,05 грамма. Назвать такой пельмень пельменем очень трудно. Тем не менее, это так. Все пропорции выдержаны. 50 на 50 теста и мяса. И таких пельмешков 10 штук. Я тренировалась 2 недели, да, чтобы достичь таких целей. У нас была практика на работе, как бы готовились к соревнованиям, чтобы как бы оправдать ожидания. Всего за 2 часа было вылеплено 760 пельменей разного вида и калибра. А все гости мероприятия стали дегустаторами продуктов от местных производителей. Ну как на скорость лепили больше, понравилось. Интересно так. Больше всего в программе, как девочки волнуются, когда лепят пельмени, как трясутся руки, как они ответственно относятся к этому делу. Следующие соревнования ожидают нас уже осенью. Это будет День пельменного туриста. Кто примет в них участие и что интересного ждет зрителей, мы вам обязательно расскажем. Татьяна Свинаренко, Андрей Сигаев. Новости ОТН.